Привет! Это второй выпуск «Взгляда из зала», и сегодня мы обсудим прошедшие концерты с актером и автором команды «Квн Правком» Николаем Чепрасовым. Привет, Коль! Привет всем! Привет! Ну давай, что, вопросы. Давай начнем с факультета нефтетехнологического. Как тебе их выступление? Очень хорошее выступление. Сергей там был, Макс, Кузьмин, Виктория Сан Шуригина была, ты была. Что мне там понравилось? Вокал, танцы, стеммы, актерская игра. Вокал еще раз понравился. Очень понравилось. Очень хорошая студия была. Как прошло выступление факультета пищевых производств, Коль? ППП просто бомба. Актерка бешеная. Микрофоны не теряли. Стояли прямо на аванс-сцене. Канва замечательная. Что еще? Вокал, танцы. Да все там было, я даже не знаю, к чему придраться на ФПП. Очень хорошая студия осень, очень хорошая. Ну а что скажешь про выступление факультета машиностроения, металлургии и транспорта? Вот, это, кстати, мой бывший факультет, вот они, кстати, подвели меня. Вот на самом деле так себе тут осень получилась. Я знаю, кто у них был режиссер, я думал, он мог лучше постараться на самом деле. Проходки были какие-то, ну... обычные, ну, вроде сериал, мог всякие разные сериалы включить, но мне проходки вообще не понравились. Танец, ну, танец как танец, я сидел с такой кислой мимой, ну, нормально. Зато был хасл и видос, вот это просто взорвало мой мозг и мне очень понравилось. А вот режиссер, да, нужно подумать ему дальше, что делать. Хорошо, расскажи, как прошло выступление химико-технологического факультета? Вот хочу сразу и химиков отметить, это хорошая актерская игра и очень оригинальные номера. Был ужасный вокал, ужасные танцы, но актерка и оригинальные номера, как каламбур и клоунады, спасали полностью концерт. Если бы этих номеров на самом деле не было, я думаю, зритель просто заскучал бы и посреди концерта встал и ушел. Ну и, соответственно, финальная песня. Финальная песня просто... и там и синхронность, и вокал. Все там было. Одновременно. И даже не к чему придраться. Вот 10 из... добавь 0. Вот. 100. 100 можно. 10 из 100. Точнее, 100 из 10 поставить. Это просто... Хорошо, Николай, спасибо тебе. С тобой было очень приятно пообщаться. Николай Владимирович, для начала. Мне тоже было очень приятно пообщаться. Зовите еще, могу много чего набрать. Спасибо, до свидания. А в следующем видео мы поговорим про выступление инженерно-технологического факультета, который пройдет 19 октября. А 20 октября мы увидим выступление электротехнического факультета. Я думаю, все будет круто. С вами была Михайлова Настя. Пока!